Здорово. Заходи. Ты хоть прикормку с собой какую-нибудь взял? Молодец. Нифига себе, ты по-серьезки заморочился. Всем привет. Тут ко мне товарищ приехал. На удочку половить, по-серьезки, прикормки привез. Я столько прикормки, наверное, месяца за два использую. Короче, спиннинг отменяется на сегодня. Будем ловить на поплавок. Ты еще даже туда перловки. А, ну да. Слушай, хорошая перловка. Где ты такую перловку крупную берешь? Да ладно, я вот сколько в магазинах покупал, все время она какая-то, все равно, даже распаренная, все равно мелкая. Такая перловка как раз насадочная, хорошая перловка. Нет, ну, ребята, точно, тут сегодня будет прям именно поплавок. Потому что человек привез, извините, семерочку-махалочку. Это не то, что я тут детством занимаюсь. Сегодня будет серьезная ловля на поплавок. Потому что тут одних поплавков, я смотрю, намотано, знаете сколько? О-о-о. Вот такие готовые монтажи разные. Класс. Я, честно говоря, думал, что он мне вискарь привез. Я думаю, гля, выставил прям, думаю, о, вискарик сегодня попьем. Чтобы все было по-правильному, сейчас в ход пойдет эхолот. А что за эхолот? Практика. О, ребят, эхолот – практика. Такого у меня еще не было в видео. Ну, рыба вот верхняя, мелкая ходит. Ну, мелкая по-любому ходит. Ну, какая-то вон рыба. Рыба, глянь, вон. И пятерка, я вполне справлюсь с семеркой, а то тут селявку как-то таскать. А дай мне твою семерку в руках просто подержать. Ну, все равно длина, она да? Длина, да, никуда не денешься от этого. О, снастки у тебя тут все по-грамотному, с такими, с разными грузиками, с маленькими. Тут эти подпасочки, или как это ну, называется, да, все. Да, ты знаешь. Ну, ух, блин, да, далеко можно кидать. О, Семерка. О! О, Семёныч, на семерку, на махалку, селявка это рыба. А сейчас к нам еще приедет Леонид с фидерами, спортсмен, фидераст, или фидерист, как там правильно говорить. Ну, в общем, короче говоря, будет нас сейчас обучать ловле на фидер. А это кто? Здорово. Тут один пришел с ведром прикормки, блин, и с этими сейчас самыми. Я накормлю, хоть рыбу ты увидишь. Ты понял, Лянь? Тут раз. Все дела, тут все по-правильному у человека. А как же, покормим. Следующий кандидат на замес прикормки. Нормально все. У этого прикормки еще больше. Не, я взял чуть-чуть. Да, камера не может передать этот запах, к сожалению. О, это бомба. Контрабанда. Прикормка из Украины. Да? Да, это еще ихняя. А, украинская? Это еще ихняя. А. Украинская. Да. А ловить-то ты на что будешь? На опарыши и на мотыля. На опарыши и на мотыля. Хорошо. Я понял. Вот. Ну, единственная, конечно, задача. Сейчас не жарко, а так водичку надо либо периодически менять, либо подкидывать туда там, лед, не знаю. А, ну понял. А, он, а это кормовой. Да, все, вот он такой мелкий, мелкий, да, мелкий кормовой мотыль, я понял. Как все сложно, господи. Ой. Насыплю сухарей. Ох, ё, красота-то какая. Это которыми это посыпают это куличи, наверное, да? Ну, он и нет, но теоретически их можно даже есть, но не очень вкусные с рисом, потому что концентрированные. Я тебя застрелил. Еще и рогатка у него. Валяется с пруда. Ага, то есть ты хочешь все-таки про это посмотреть глубину, да? Ну вот это ты сейчас где-то попал прямо на свал, наверное.
А, я понял. Знаешь что? Это, скорее всего, ты попадаешь в яму. Уже, да, в... уже. Потом ты вытягиваешь на тот кусок русла, который вот 3,5 метра, а потом уже у тебя идет подъем наверх. Кормите английским забросом. Английским забросом? Да. Позволяет экономить время. А. Падает порядка 10 секунд. Кормушка 20-граммовая. Отгору. Быстро вытряхнул. О, следите за руками, называется. Оп. Да там, может, и красноперка запросто, я тебе говорю. И красноперки было очень много вот несколько дней назад. Тут прям стаями ходило. Питок кормушек положить. Ну да. Сейчас прицепим поводок и будем пробовать ловить. А ты их как-то, они у тебя все по длине там это, да? Нет, тут 30 и 60. А, 30. Поводочница длиной 30 сантиметров. А, 30 сантиметров, да. Все, я понял. То есть тут есть линейка для навязывания поводков. Можно попросить, чтобы вы под тем берегом ходили? А то мы просто кидаем далеко. Ага. Откуда они вообще берутся? Они вчера тут целый день. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Откуда они взялись здесь? Я вообще понятия не имею. Первый заброс с поводком. Вот это уже была, да, поклевка, да, наверное? Вот она. Слушай, у тебя бодрее получается ловить. Вытряхиваем кормушечку в пол воды. А, то есть ты ее в пол воды вытряхиваешь? Ну, для уклейки просто. А, понятно. Подарок ей делаю. То есть ты все равно даже чуть-чуть подтягиваешь, я так понимаю. Ух ты, какая селевка. Тарпон. А это у тебя какой длины? Поводок? Нет, спиннинг, ну, палка. 3-3. А? 3-3. А, 3,3, ну это нормально. Ну я вообще здесь ловил даже вариантом, у меня есть 2,70, ну это вообще считай, ну, пикер, блин, как он называется. Ну да. А какая у тебя оснастка тут стоит? Это стандартная спортивная оснастка такая, простенькая. А. То есть стоит шнур основной, ага. По нему елозит. Ну застежка. Да. А, просто без всяких навязыванных там этих. Ничего тут не надо лишнего навязывать. Вот стоит стопорный бисер. Ага. И стоит и кусочек федергама. А, это типа. Это резинка. А, вон оно что, Михалыч, я понял. То есть здесь никаких этих ни паттерностер или как они там, ничего. У нас запрещены в спорте все эти. Тут только скользящая безопасная оснастка нужна, которая при обрыве оставит кормушку на дне. А, понял. Не будет. Загрязнять водоем. Убивать рыбу. Ага. А ты, Мотылян, сади. Опа, клевка. Да, ты угадал. Это плотва. А катушка у тебя, что за катушка? У меня все снасти здесь флагман. А, ну у тебя флагман. Только, да, только кормушка гуру. А, ну да, у вас же это спонсор. Да. Понятно. Это флагман Sherman Pro. 3,30, 170 грамм удочка, достаточно мощная. До скольки? До 70. До 70 грамм удилинка. А шнуры какие-то фидерные специальные, да? Ну, их недорогой шнур, вот этот, по идее, поклевочка была. О, селявка. А ты упорно продолжаешь ловить в дальней зоне. Вот он, вот он, селявка. А у тебя не было, по-моему, красноперки никакой, да? Не, одну уснул здесь. А, одну. Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету. Я буду ловить в самой ближней зоне. Оба, оба, оба. Оба, оба. Ничего, у нас бодро получается-то. Прям отлично. Я прям самой коротенькой махалочкой ловлю. Густерка пошла. А, ну хорошая густерка. О, какая селявка. Вообще уклейка, селявка. Просто не дача, а какой-то полигон для соревнований. Сегодня за 2 часа белая рыба была поймана, чем, наверное, больше, чем за весь прошлый год. Темповая ловля мелкой белой рыбы. Я сегодня вообще отдыхаю. Не, здесь интересно бывает вот так вот, если задаться целью посидеть вот именно с удочкой. Вот такая темповая вот ловля, действительно, то красноперочка, то плотвичка. Это еще сейчас как-то густера не очень. Вот у тебя попалось несколько штук. Бля, хорошая, крупная. О, мотает.
Ох, какая хорошая у него красноперочка-то. Ух ты, как он так, как ты так красиво прям делаешь. Ничего себе, так быстро. Нормальный результат, и гляньте, какая. За пару часов? Ничего. За пару часов-то. Вот, сейчас солнышко чуть зашло, поставили перловочку, и на перловочку прям начала сразу ловиться ровная красноперка. То есть не мелочь уже, а прям на перловку великолепная такая. Бодрая уже товарная красноперка начала клевать со дна. Да. Ага. Эх, так ты, Семен Семенович. Ох, хороша. Хороша. Да, слушай, ну вот это уже прям бодрей. Вот сейчас я буду на спиннинг ее ловить, эту красноперку. О, ребята, спиннинг рулит. О, блин, слушай, такая поклевка ядреная. Ты ее подсобрал, и она тут крутится. Отводной поводок, или как это называют? Нет, это называют этот самый. Это сплитшот, наверное, да? По-правильному, если. Оп. Опа! Ух ты, гля! Кайфуешь? Кайф, на! Кайфушка! О, какая! Краснопера! Красотища! О! Девчонки плывут. Опа! Кайфище круче, чем от окуней, да? Да, вообще кайф, вообще просто кайф. На спиннинг, так знаешь, прям. И так долбит хорошо. О! Наглая красноперочка, да. Пол ведра рыбы за 3 часа ловли. О, какая красноперка. О! Красота! Скромный обеденный перерыв у нас. Заканчиваем мы съемку. Рыбы наловили. Сейчас Леонид покажет свой улов. Улов за 3 часа. Тазик 8-литровый, да. Алексею повезло меньше, потому что у него оказался дырявый садок. И половина рыбы у него убежала. Ох, вот так вот. Вот так будет красивее выглядеть. Вот это хороший улов. Вот 3 часа ловли на фидер. Ты еще считать будешь? Сколько рыб в минуту ловилось? Вот как-то так у нас сегодня рыбалка. Я сегодня отдыхал. Ребята ловили на мах, на фидер. Скоростная такая темповая ловля. Уклейки, красноперки, плотвы, густеры. Ну вот, как есть, так и есть. Ну а за сим, пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Ставьте все, что хотите. Пока. Будет что покушать кошкам. Удачи!